художественной школе пахнет не только красками, но и немного яблоками. Учиться никогда не поздно, решили представительницы золотого возраста и приняли участие в мастер-классе по акварельной живописи «Наливные яблочки». Таким образом, мы хотели поздравить коллектив с Международным женским днем. Наша школа уже не в первый раз работает со взрослыми. У нас есть курсы обучения для взрослых. Но такие разовые акции, как мастер-классы, мы проводим в первый раз. Законы живописи для некоторых – настоящее открытие. Впрочем, участницы мастер-класса схватывают на лету. Будем писать яблоки, мы будем писать его в технике акварель. Мы напишем ее в технике алеприма, это сразу же. Есть техника лессировочная, когда слой на слой накладывается, ждем высыхания, а мы будем писать тут же и в один присест. С чего вообще начинается рисунок и вообще любая живопись? Это композиция. Это размещение, грамотное, гармоничное размещение каких-то предметов в пространстве. Кто-то из здесь сидящих захотел отвлечься от ежедневной рутины, кто-то создать новое, кто-то попробовать то, на что не решался всю жизнь. Светлана Шулакова в свободное время увлекается чтением и вот решила приобщиться к искусству. У меня давняя мечта была когда-то научиться рисовать. У меня было плохо с рисованием в школе. Я имела, 4, так будем говорить, такой балл средний. Но мне кажется, что я рисовала очень плохо. И вот еще не сегодня, конечно, давно-давно думаю, пойду-ка я в художественную школу, и может кто-то индивидуально может меня научить рисовать. Вот сегодня вот это главное была у меня цель. Крепкие, спелые, блестящие и в акварельном исполнении наливные. На бумажных листах яблоки постепенно обретали форму, цвет, реалистичность. Как каждый мазок наполняет смыслом всю работу, так же и каждый свой день участницы мастер-класса спешат наполнить увлекательными и полезными делами. И тогда жизнь тоже начинает играть сочными красками.